Привет, дружочки-пирожочки! Ваш любимый ролик про SCP и монстров Тревора Хендерсона. Сегодня мы с вами договариваемся. 1000 лайков от вас, мы продолжаем тематику. И сегодня я вам хочу показать что-то невероятно милое и при этом пугающее. Смотрите, что я нашел для начала. Сегодня будет много разного, всего интересного. И, в общем, давайте я вам покажу для начала вот такую вот штучку. Смотрите, это мягкий сиреноголовый брелок. Я еще не видел мягких игрушек. Ну, то есть я знал, что они продаются, видел на Алиэкспрессе и в других магазинах. Но тут вот вживую, когда я увидел, поехал просто на рынок и там увидел в палатке, что есть вот эти вот, потрогал, и они довольно мягкие. Причем прикол, вот он набит чем-то, поролоном, то ли каким-то антистрессом, потому что он так мнется, немножечко как-то хрустит, или вот так, ну, его так плотно набили, чтобы у него, ну, я не знаю, вам слышно? Не знаю, может, надо будет вскрыть, его посмотреть. Здесь классно прошитая, причем прошивка, не наклейка, не картинка, а именно прошивка зубов и там языка, или что это такое, ниточка приделана, и для ключей штуковина. Правда, ходить с таким брелком я уж не знаю, но можно на рюкзак куда-нибудь себе повесить. А главное, что я взял еще и второго, потому что мне показалось, что в коллекции он мне нужен, так как он невероятно классный и такой, как это называется, более, ну, как это, атмосферный, что ли, ну, более жуткий. Здесь у него круче смотрится это кровище, эти подтеки какие-то, здесь это, ну, на черном фоне. Правда, вот вылезают какие-то штучки, это, скорее всего, вот синтепоны изнутри есть. Но я их взял всего по 100 рублей. И вы сейчас обалдеете, ну, чуть позже, наверное, обалдеете от того, что я вам покажу тоже в этом выпуске, что я еще нашел. А еще я нашел там вот такого чувака. Это SCP номер, я не помню как, статуя, короче, которые нельзя смотреть в глаза. Если посмотрели в глаза, то все, жми на тормоза, как говорится. Но это одна из самых знаменитых SCP, этих причин, я не знаю, как, SCP-символов, она была и даже на Старконе, я как-то сфоткался с такой статуей, представляете, будучи на Старконе, на фестивале давно-давно, уже стояла, выставочная была база, вот это вот SCP Foundation, и там стояла вот эта фигура, у меня есть фотка с ней, класс, прям настоящую сделали статую. А это огромная статуя, но она мягкая и приятная, с ней можно даже ложиться спать, можно обниматься, можно что-то, не знаю, с ней делать, можно клатушками. Но вообще у нее есть еще и присоса. Присосой можно присосаться куда-то, ну, будет классно смотреться на окне или машине. Правда, я вот не пойму, у нее это она покрасилась чем-то или рядом с чем-то лежала темным. Видите, вот такие у нее здесь какие-то, или так должно быть по сюжету. Мне кажется, она вся белая должна быть. Хотя, не пойму, вот видите, какие-то вот такие синие здесь вот у нее проталины, прогалины. Не знаю, ну, выглядит довольно, кстати, стильно даже с ними. А может, они отстирываются, может, их надо почистить, ну, и не сильно бросаются в глаза. Короче, вот такая огромная статуя. Дело в том, что она стоила всего 200 рублей, представляете? Я просто обалдел, когда на Озоне увидел подобные за 600 рублей, а я купил за 200. То есть, в этом случае, как бы, да, думаю, не той работой я занимаюсь. Вот, когда есть места, где покупают за 200, продают за 100. А здесь я спрятал только для тебя свой промокод Озон6К6А2А. Он дает возможность получить 300 баллов на первый заказ или доступ к закрытым распродажам. Список дополнительных скидок можете найти во вкладке сообщества на YouTube. А можете сами стать рефералом Озон6К6А2А или указать мой промокод в качестве благодарности и поддержать канал Озон6К6А2А. Чпок. И готово. Данная ставка не является рекламой, лишь информационным оповещением. Еще хотел для вас, кстати, вскрыть пакетик. Один у меня остался, пару таких пакетиков, и нужно уже новую коллекцию, или не новую. Ну, в общем, вот такой вот пакетик сегодня вскрываем. Короче,
пакетик и смотрим, кто нам там выпадет. Карточки, 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 карточки. И попадается нам... Вау! Это Cartoon Dog! Вот это новость! Класс! У меня не было такой фигурки. Так у него странно, правда, здесь нос его сделан или что это. Он жутко выглядит, жутко выглядит. Класс, слушайте, ничего себе. Cartoon Dog попался. Это тоже такой брелочек, но таких еще у меня не было. У меня там были сиреноголовые, а Cartoon Dog'ов не было. Он похож на коровку немножко. Ну, короче, жуткий, жуткий в этом исполнении. Немножечко нелепый, но тем еще он становится более жуткой. И если вы помните вот этих классных чуваков, вот этих чуваков, например, вот как вы помните, я вам показывал. И в комментариях прикиньте, что я нашел. Оказывается, белый не просто так. В комментах я увидел, что вот эти белые чуваки... То есть, вы помните, такие очень смешные сиреноголовые. Сейчас я вам еще раз его покажу. Я не могу его не достать и не показать вам. Он классный, да. Храню их на память. Потому что не знаю, что их сделать. Они по качеству не очень, чтобы их продать или что-то еще. Поэтому вот. Короче, у меня есть белый SCP. Статуя. Но это не очень похоже на статую. Это похоже на желешку, да, согласитесь. Не могу просто перестать с ними играться. Они очень прикольные. И также есть еще один у меня белый. Это Cartoon Cat, только белый. Вот с такими ножками, ручками. Я боюсь их, если честно, сильно тянуть, потому что они могут у меня лопнуть в любой момент. Ну, короче, я чего их достал-то? Я же их показывал все. А оказывается, друзья мои, в комментах мне написали, что они... А я их показал, убрал и все. В комментах мне сказали, что они светящиеся. И мне хочется это проверить. Сейчас мы выключим свет. И знаете, как проверим? Сейчас я вот поднесу сюда фонарик. Нет, сюда не видно. У меня света много здесь довольно, поэтому мне нужно отключить свет, посмотреть, правда ли они светятся. Или они сейчас набросятся на вас, пока я отошел через экран. Интересно, SCP может? Может ли SCP напасть через экран? Так, давайте вот так сейчас подсвечу. Подсвечу свечу. Вот. И... Да, видите, она светящаяся. Я сейчас заряжу получше. Прям положу на прожектор. Ох, как красиво. Вы посмотрите, какая красота. Вот. Но видно, что они светящиеся. Видели, да? Что вот, вот такой у них отблеск. Чу-чу. Во-во-во. А, вот даже след остался. В общем, я сейчас положу на прожектор. И спасибо, что написали в комментариях, что это чувак этот светится. Сейчас я подсвечу и вам покажу. Итак, вот я зарядил их. И сейчас посмотрим, светятся они или нет. Достаточно довольно... Вот сейчас достаточно было много времени, чтобы им зарядиться должны были. Секундочку. Сейчас здесь все повыключаем. Это выключаем. Свет выключаем. Сейчас весь свет будем потихоньку гасить. И в конце концов погасим и здесь. Вот так прям. Так, пока вот они у нас такие тут заряжаются. Ну, проще положить их было бы на какой-нибудь, понимаете, да? На окошко, на солнышко. Вот. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Бам. Так, вам не видно. Вам не видно. Сейчас вам будет немножко непривычно. Я буду поднимать чувствительность, чтобы вы примерно видели, как я вижу. Во! Да, смотрите на них. Они, как они светятся. Вау! На самом деле круто светятся, но быстро, мне кажется, тают. Но светятся очень классно. Так что спасибо вам за комменты, что хотя бы вот еще вот такой у них прикол. Хоть они пованивают и странные, ну, тальк на руках остается, но... Светится прикольно. Даже не знаю, почему-то камера не так хорошо передает. Вот так еще, наверное. Ну, примерно вот так. Но быстро-быстро, мне кажется, тусклеют. Однако, чуваки, конечно, прикольные. Вот такие вот. Ладно, я сейчас верну камеру в обратное состояние и
Ну, понятно, что вот не так их надо, по идее, заряжать, да, как я показал, а вот это. Может, этот тоже у нас светится, может, какая-нибудь. Я теперь все буду проверять. На свечение. Может быть, я что-то не знаю. Сиреноголовый может светиться. Может быть, кто-то из них еще тоже светящийся. Почему бы и нет? Вот как? Там же не написано нигде было, что они светящиеся. Просто из комментов я это узнал, что типа белые светящиеся. Ничего себе. Ну, вот такие дела. Вот сейчас давайте еще разочек я выключу, проверю. Проверка на то, что может кто-то еще. Ну и если нет, я выключаю и нет, светятся только эти чуваки. Вот, ну прям класс. Ну прям хотя бы что-то от них веселое. А здесь больше никто и не светится. Не забывайте ставить лайк, спасибо за комменты, читаю, просматриваю иногда, не забывайте ставить лайки и писать, кто вам, кстати, больше понравился, это SCP-статуя или Cartoon Dog сегодняшний выпавший. Ну а я пойду еще поиграюсь с этими чуваками. Пока!